Здравствуйте, я Сергей Заплатин из Екатеринбурга. Участвую в фестивале «Затерянные миры». Исполнил композицию «Птица сирен». Ну, мифический сюжет. Иллюзорный волшебный мир. Я думаю, что в принципе он вписывается в общую концепцию. Я решил воплотить его в песчаной скульптуре. А сколько времени заняла работа? Я приехал сюда 12 числа. То есть работаем завтра, последний день. Получается, ровно 12 дней. За 12 дней сделали? А мне сказали, что 2 месяца идет работа, нет? Ребята начинали с 4 числа, а трамбовка начиналась уже раньше. Сначала были ребята, которые трамбовали формы, подготавливали для скульпторов. Потом уже приехали скульптора и начали заниматься непосредственно вырезанием. А как проходит работа? Вы начали на бумаге рисуете, как это выглядит? Откуда вы берете вот прототип? Иногда просто идея в голове рождается, иногда помощь интернет, иногда просто там, скетчи тоже рисуем, потому что иногда своя идея, она должна как-то немножко, даже не знаю, в общем, я, наверное, вам все испортил. Не, вы мне все хорошо говорите, я просто, идет запись, вы говорите. Надо делать скетчи, да, то есть наброски, поиск на бумаге, карандаше. От чего ты отказываешься, что-то добавляется. То есть композиция, она приобретает какие-то новые грани. От чего ты какой-то отказываешься. Очень красивая работа, спасибо. Вам спасибо.